Салют, дорогие друзья! Сегодня я расскажу, как правильно сохранить видео в Adobe After Effects и как бесплатно установить кодек H264, если у вас его нет. Дорогие друзья, мой канал абсолютно бесплатен, поэтому подпишемся на канал, если видео было полезным. Приятного просмотра! Перед тем, как заходить в Adobe After Effects, заходим в браузер и находим нужные кодеки. Кому лень искать, ссылка будет в описании под видео. Меня интересует версия под Windows. Запускаем установщик. И всегда кликаем «Далее», пока не появится клавиша «Завершить». Теперь переходим в саму программу. Переходим к сохранению. Кликаем «Композиция». «Добавить в очереди рендеринга». Кликаем на модуль вывода без потерь. Формат выбираем QuickTime. Переходим в параметры формата. И выбираем кодек H264. Да-да, тот самый кодек, который мы с вами еще в начале установили. Окей. Если у вас есть аудио, оставляем по умолчанию. А если нет, то отключаем. Окей. Теперь выбираем место, куда будет сохранено наше видео. Например, тест. Чтобы начать, нажимаем рендеринг. Готово. Давайте посмотрим. Как мы видим, размер 91 мегабайт. Вот и все. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Не забудь про подписку, чтобы мы с тобой могли увидеться в следующем видео. Всех обнял. Bye-bye.